включаем принтер. При нажатии средней кнопки выводим каретку в положение для замены картриджей. Выключаем питание принтера. Отодвигаем каретку в крайне левое положение. Берем шприц с промывочной жидкостью Ink System. Заливаем 1 мл промывочной жидкости в капу. Передвигаем каретку в крайне правое положение. В зависимости от загрязнения печаточной головки определяем время, которое нужно для промывки печаточной головки, после чего необходимо включить принтер и выполнить прочистку печаточной головки.